Блин, на самом деле, я не знаю, я похож, возможно, не из-за того, что шляпа такой формы, я похож не на детектива, а на еврея. Нет, на донате 400 рублей там ничего нет. Покоплы и поменять. Я такой юнга, знаете, молоденький, блядь. У меня сейчас была шутка, но мне кажется, меня забанят за эту шутку. Бля, пойду в стриптизеры работать, если что. Что поделать? Я считаю, что общаться со своими ребятками — это вообще одно из благословений, которое можно получить. Господи, как хорошо, что у нас есть ты. Ребят, вы, я не знаю, многие из вас заметили, что я вообще, в принципе, не только красив, но я еще и умен. Недаром у меня огромная голова. Тверкать? Ну, блин, чисто в теории я... Этого быть не может. Бля, ебать, я обосрал. Я так, знаете, как бы вроде обосрался, но это такой тихий крик был. Вот мяско, печень, там ребята рекомендуют. Ой, сука. Так дайте-ка я потише свет сделаю. Если на меня сейчас кто-то выпрыгнет, я просто обосрусь, блядь. Сука! О, вот! Вот это! Мне кажется, вот так, ребят, 100%. Бля, буду. Ебите меня хоть всем чатом. Патрончик. Как же я обожаю эту хуйню. Знали бы вы. Торопишься, мы его поймаем. Бой мог, как же я тогда пил. Бля, вороны, вы чё пугаете? Подсвечник, оружие. Бля, подсвечником я еще не ебошился. Но я сумел остановить его, перехватил на мосту через Перл что-то там. Они в этой тачке. И он типа их не спас? Но подождите, существует Грейс или нет? Ребят, я вообще ничего не понимаю, пиздец. Я ничего не понимаю вообще. Ебать, я просто гипер. Самый меткий человек на земле, ребят. Стак, брач и кто там еще требует. Вот, вы еще цель даже не выбили. Так что молчать, понимаете, просто. Они там уже, блядь, 2 часа валяются в этой воде. Конечно, там никто не выжил. Сейчас его за руку хуяк. Это он? Там все ебанулись. Реально все. Правда. Все для этого и делается, понимаете? Все для этого и делается, друзья. Ну вообще не узнать, да? Мне кажется, я прям идеальный разведчик-шпион, ребят. Вот так вот. Очки надел, бабочку, кепочку и все. А где Женя? А где Женя?